Два человека пострадали в пожаре, который вспыхнул в бизнес-центре Grand Setunt Plaza на западе Москвы. Но в здании, по данным МЧС, могут находиться заблокированные люди. Возгорание локализовали, но поиски продолжаются. Пожару был присвоен 4-й ранг опасности, то есть ситуация повышенной сложности. Из здания эвакуировали больше 100 человек. В тушении огня участвовали почти 200 пожарных. В районе ЧП перекрыто движение транспорта. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание освещения на фасаде здания.